Подмосковные полицейские предотвратили разбойное нападение в городе Видное. Сотрудники областного уголовного розыска совместно с коллегами из Ленинского городского округа задержали участников группы, подозреваемых в совершении разбоя. Полицейским поступила оперативная информация о том, что злоумышленники готовят вооруженное нападение на автомойку, расположенную на улице Ольховой, с целью похищения денежных средств. Было принято решение об эвакуации персонала и проведении спецоперации, в ходе которой оперативники задержали правонарушителей в момент проникновения в офисное помещение. За деньгами пошли мы. С оружием? Да, с оружием, втроем. Умысел смогли доехать? Нет. Были задержаны? Да, были задержаны с поличным, с оружием. Вину признаешь? Признаю, конечно. Задержанными оказались 40-летний уроженец ближнего зарубежья и двое жителей Северо-Кавказского федерального округа 30 и 32 лет, один из которых был ранее судим. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские работают над установлением причастности участников группы к аналогичным преступлениям.